Привет, друзья! Сегодня хочу сделать обзор синтезатора Yamaha PSR-550. Это довольно старая модель. Сейчас я о ней немного расскажу. Так, что о ней могу вам рассказать? Это мой выбор. На данный момент, я так скажу, вот у меня была Yamaha PSR S500, она такая более новая, там уже под флешку разъем. Но здесь есть некоторые интересные функции, которых нету на S500. Давайте начнем сзади. Что у нее сзади? Так, друзья, здесь вот two host выход, переключатель PC1, PC2, Macintosh, да, и MIDI. То есть с чем можно сопрягать этот синтезатор? То есть с компьютером, система Macintosh и как MIDI клавиатуру использовать. То есть можно его соединить с другим синтезатором и пользоваться теми функциями, которые есть на другом синтезаторе. Выход, вход под MIDI клавиатуру. Это вход, педаль сустейна, выход на наушники и вход для блока питания. Блок питания от 10 до 12 вольт. Повторюсь, может, на других видео говорил, но если блок питания не родной, всегда смотрите, чтобы соблюдалась полярность. Здесь вот плюс внутри, минус снаружи. Если вставите другой блок питания, синтезатор может сломаться. Может он работать и от меньшего источника питания, но будет подвисать. Вот я пробовал, он даже работает от 5 вольт, но добавляешь громкости, он просто выключается. То есть от 10 до 12 вольт можно использовать блок питания. Ну, давайте по порядку. Кнопка включения. Вот, безотказная кнопка включения, вот она механическая, такая вот щелчок своеобразный. Следом за этой кнопкой включения регулятор громкости. Что мне нравится, вот эти вот регуляторы громкости никогда вот не шипят, не репят, там что там, не отказывают. Вот именно вот такое вот на Ямахах. Вот, я знаю, что на Роландах, на Коргах вот эти ползунки, они вечно выделываются, вечно какие-то проблемы. Вот безотказный регулятор громкости. Дальше, демо. Кнопка демо, она позволяет прослушать демо-песни. И на этом синтезаторе 10 демо-песен. Нажимаете эту кнопочку и слушайте то, что здесь записано. Ну, вот, ну, моргает экран, своеобразная светомузыка. Дальше кнопка записи. Нажимаете кнопку записи и можете записывать с аккомпанементом, без автоаккомпанемента. Вот здесь до 16 партий. То есть вы можете записать это, прослушать. Более того, это то, что вы запишете, вы можете сохранить на диск. Здесь вот, вот такой вот диск. Вот вы можете записать. И потом можете прослушать то, что вы записали. Ну, например, то, что вы записали. И также можете какую-то фонограмму либо кто-то вам запишет, либо где-то скачать. Если вы еще подбираете мелодию самостоятельно, не по нотам играете, а подбираете, вот вставляете. Вот здесь вот кнопочка Song. Ну, здесь автоматически загрузилось, можно воспользоваться этой кнопкой, если диск уже стоит. И выбираете номер мелодии, вот, либо плюс-минус, либо числовые значения, либо вот можно вот этим вот колесиком воспользоваться. Ну, и прослушать. Кнопочка старт. Сейчас немножко грузится. Вот. Что здесь дальше? Еще раз. Можно убирать партии, я вам говорил, да? Можно, в общем, самому подыгрывать.
басы можно убирать, ударники. Вот. Вот это можно делать. Что дальше? Ну, диск как бы устаревший, да? Понимаю. Продается эмулятор для этих синтезаторов. Можно заказать эмулятор под флешку. Все это можно сохранять будет на флешку. Сохранять, ну вот кнопочка Save. Здесь же можно форматировать диск, удалять. Все здесь можно делать. Также с флешкой можно все здесь форматировать, удалять. Все можно здесь сделать. Следующая кнопка Accompaniment. On, off. Чтобы включить автоаккомпанемент, надо нажать эту кнопочку, чтобы загорелась лампочка рядышком. Все, автоаккомпанемент включен. Здесь будет звучание вот аккорда такое. Что еще? Синхронный старт. Вот загорелась кнопочка синхронный старт. Вступление. Это вот на этой мелодии я играл. Сбивочка есть. Вот. Второй вариант этого же стиля. На стиле то же самое. Можно добавлять, убирать. Совсем по-другому звучит, да? То есть, вот что, на S500 такого нету. Это все один и тот же стиль. Ну, вернемся вот к этому. То есть, вот, вступление. Проигрыш. Да, вот. Окончание. Кнопочка старт-стоп. То есть, можно самому включить, остановить. Что здесь дальше имеется? Здесь есть кнопочка sync-stop. Вот вы включаете и начинает играть вместе с вами. Убрали руку, перестала играть. Единственный, может быть, минус, не минус, не знаю. У меня был Roland когда-то давным-давно. Вот я играет мелодия, я убираю руку, пауза, нажимаю, он играет с того места, где остановился. На Yamaha здесь начинается с того же, с первого такта, с самого начала. Каждый раз начинается с самого начала. Дальше. Аккомпанемент Song Volume. Громкость на аккомпанемент. То есть выбираете стиль, выбираете громкость. Громкость можно здесь вот цифрами выбрать, можно плюс-минус, либо вот этой же крутилкой. То есть тише сделать аккомпанемент, громче. Song, друзья, здесь вот, скажу, стилей здесь 112 в синтезаторе. И Song... Это песни, которые мы загружали. То есть громкость тоже можно на эту песенку сделать. Чтобы выбрать стиль, вот кнопочка стиль, нажимаем стиль. Вот. И можно либо покрутить колесико, либо набрать число соответствующего стиля, либо плюс-минус. То есть три варианта. Вот, выбрали стиль. Включили синт-старт, нажали аккорд. Играет синтезатор. Music Database. Здесь вот те же самые стили, но там какие-то дорожки отсутствуют, какие-то добавлены. Ну, этим я не пользуюсь. Все это есть в стилях, то есть самостоятельно можно убрать, добавить. Темп. Кнопочка темп, выбираете темп. Опять темп выбираете этим, этим, либо вот этим. Транспозиция. Вы знаете, да, когда говорят, можно на полтона ниже сыграть? То есть пианисту надо перестроиться на полтона. Здесь вы просто нажимаете эту кнопочку и на полтона вправо-влево смещаетесь и играете привычными вам клавишами. Функции. Здесь в функциях можно выбирать мультипеды. Ну, еще там много интересных функций. Вот три кнопки. Voice L, Voice R, Voice R2. Что это? Сейчас объясню. Вот основной Voice R1. Вот звучание пианино, да?
нажимаете вот вторую клавишу, здесь по умолчанию будет скрипка. Ну вот, например, слышите, да? Второй голос. Второй голос тоже можете выбирать. То есть вы можете выбрать, вот Voice 1 выбрали звук, Voice 2 выбрали звук. L. L интересный момент. Сейчас вам покажу. Включен автоаккомпанемент. Можно не включать. Вот нажимаете Voice L. Появляется здесь в правой руке. Тоже выбираете звук и вот эту кнопочку, чтобы горели. И, допустим, включаем какой-нибудь стиль. Слышите, да? Это такое своеобразное дополнение можно сделать. Так, с этими кнопочками разобрались, да? Здесь Voice Change и миксер. Этими кнопками можно регулировать дорожки, которые вот здесь. Можно регулировать громкость, ну, нажав эту кнопку, выбрать либо громкость этого звука, либо этого, либо этого. То есть здесь можно регулировать громкость отдельно взятого звука, отдельно взятого инструмента. Иногда это удобно. Мультипэд. Ну что здесь сейчас? Здесь их много вариантов. Здесь есть игра гитары, есть игра арфы. Ну, все показывать не буду. Как это действует? Возьмем самый, допустим, простой стиль. Какой-нибудь пианист у нас здесь. Ну, вот этот вот возьмем стиль. Вот такой вот стиль простенький. Используя мультипэд, можно его украсить. Может тут гитара подыгрывать. Ну, то есть здесь вот вы заранее выбираете, что здесь будет у вас под рукой. В частности, здесь сейчас что? Это можете вы к любому стилю добавить. Плюс вот эти все подыгровки, они будут идти с тем аккордом, который вы берете. Не буду все показывать, их мультипэдов здесь очень много. Так, в качестве примера. Здесь вот Registration Memory. Здесь под каждый стиль подобраны несколько инструментов, несколько мультипэдов. Ну, как вот работает, я не знаю. Нажмем вот здесь, вот пианоман, да, стиль. Ну, вот, например, подобрано такое вот. И, как ни странно, такой же подобран и звук. Возьмем стиль какой-нибудь другой. Так, здесь вот и мультипэд. На самом деле, такие вот звуки очень много. Что еще? Здесь вот чувствительная клавиатура на этом синтезаторе, кнопочка Touch. Вот, то есть сейчас вот здесь в одной паре. Тихо нажали, тихо звучит, быстро нажали, громко. Добавляется эхо, эффект педали сустейна.
Ну, знаете, да, вот sustain, то есть вот. Либо вот нажимаете sustain, убираете палец с клавиши, она продолжает звучать. Что еще? Еще здесь есть три места, оставлено для ваших собственных стилей. Вы можете этот стиль где-либо скачать, закачать на этот же дисковод, либо если вы вставили эмулятор, то на флешку. Ну, у меня вот есть дискеты старые вот эти вот. Здесь вот я записал стили. Стили, конечно, не все подходят. Синтезатор старенький, но вот вставляем. Что? Нам надо нажать загрузка. Ждем. Здесь высвечивается вот уже стили. Ну вот пиано баллада 1, да? Используя эти кнопки. Вот здесь вот мы выбираем, какой стиль. Плюс-минус. И здесь мы жмем Next, да, допустим, либо назад, вперед-назад. Вот, выбираем. Здесь второй экран. Вот здесь выбираем, куда мы запишем. Ну вот, ячейка свободная, пользовательский стиль 3, да. Жмем Next. Вопрос, окей, да? Здесь нажимаем дальше. Если стиль совместим с синтезатором, он загружается. Высвечится complete, завершено. То есть мы загрузили свой стиль на этот синтезатор, тот, которого на нем нету. То есть вот на нем нету польки, ее можно загрузить. Нету там еще чего-то, все это можно загрузить. Загрузка завершена, кнопочка выход. Выбираем стиль. Какой мы стиль загрузили? Это у нас будет стиль 100. 113. Мы загрузили 113 стиль. 114, 115. Это все стили. Три ячейки остаются после 112 стиля. Три ячейки это для наших собственных стилей. 113 стиль. Ага, аккомпанемент не забываем включать. Красивый стиль такой. Это его не было на синтезаторе, это мы его загрузили. Вот, я постарался максимально быстро рассказать, в общем, что можно на этом синтезаторе делать. Это мой выбор, друзья. Если вы хотите сейчас купить ребенку синтезатор, скажем так, вот синтезатор Yamaha E какой-то там или R какой-то, он будет хуже вот этого старого синтезатора. Вот этих функций на нем не будет, он будет стоить дороже. Если у вас есть возможность купить вот такой синтезатор в рабочем состоянии, то есть вы нашли на Авито, что можно купить. Вот, он будет лучше вот этих вот Yamaha, которые с приставкой E. Это проверенный аппарат. Главное, чтобы он был, конечно, рабочий, проверить его тщательно. Вот. Можно по желанию переделать под флешку и использовать его. Довольно неплохой инструмент. Он мне нравится. Что еще? Ну и по цене он выйдет дешевле. Вот его можно купить в хорошем состоянии, где-то, может быть, начиная тысяч от 14. То он будет в прекраснейшем состоянии. Вот модель 550, PSR 550, есть PSR 540. Я ее в руках не держал, но выглядит она идентично. Я думаю, что тот же самый функционал будет отличаться только стили. Звуков здесь, на этом синтезаторе, 713 различных звуков, 713 различных инструментов. Плюс их можно вот комбинировать, да, по два звука делать на одну партию. Шикарный синтезатор. И мне очень нравится. Вот рекомендую. Акустика здесь громкая.
двухполосные динамики. Здесь вот фазоинвертор даже есть, то есть вот басы усиливает. То есть на родной акустике он звучит шикарно. Ну, друзья, надеюсь, что моя информация была полезной. Опять-таки, это не для всех, это для тех, кто интересуется, какой синтезатор выбрать, какой синтезатор купить. Вот, я рекомендую эту модель, потому что я ее попробовал, мне она понравилась. Понравилась даже больше, чем многие современные модели. Оставайтесь с нами, друзья. До новых встреч. Пока.